Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России в Абхазии раз в месяц в акватории Черного моря проводят рейдовые мероприятия с целью осмотра технического состояния и наличия соответствующих документов на управление маломерными судами. На сей раз рейд был проведен в акватории Сухумской бухты. В ходе проведения рейда были осмотрены 8 маломерных судов. Досмотровая группа проверила владельцев плавательных средств на наличие у них судового билета, технического талона, права на управление судном и разрешения на выход в море. Проверка показала, что все суда соответствовали нормам судовождения. Все документы в порядке, спасжилеты у всех есть. Такие рейды необходимы для поддержания порядка в море. Сейчас мы уже года два как повысили наши штрафы, и люди боятся попасть под данные штрафы и приходят на ежегодный технический осмотр. Мы выдаем документы, и все эти документы в порядке у них. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии зарегистрированы порядка 800 судов, которые регулярно осуществляют выход в море. Среди них маломерные суда, осуществляющие улов рыбы, прогулочные катера, рыболовецкие сейнеры. По словам сотрудников ГИМС, чаще всего нарушения фиксируются в летний курортный период. Чаще всего нарушения происходят в летний период, вот когда прокатные вот эти гидроциклы, катера прокатные. То есть они за определенную сумму денег дают на прокат покататься гидроциклом людям, у которых нет прав на управление данным судном. Естественно, попадает под штраф владелец этого судна. Такие случаи бывают часто в Гагарском районе, в Пицунде. Здесь по Сухуму они более-менее боятся, так как мы близко здесь. Там у нас тоже есть инспектор, но не всегда получается, чтобы инспектор за ними следил. Поэтому вот такие нарушения часто бывают в летний период. При небольших нарушениях установленных правил спасатели ограничиваются устным предупреждением судовладельцев. Однако при более серьезном несоблюдении необходимых требований, в том числе отсутствии разрешительных документов на управление судном, сотрудники ГИМС и МЧС Абхазии выписывают штрафы в размере от 6 до 18 тысяч рублей. Если у судоводителя с документами не в порядке, если у него нет прав на управление данным судном, то он попадает под штраф до 18 тысяч. Люди уже понимают, что попадают на большую такую сумму и стараются не нарушать. С началом летнего курортного сезона сотрудники ГИМС будут проводить по осмотру судов в Абхазской акватории Черного моря до 15 рейдов в месяц. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.